Всем привет! Мы с Лёшиком решили поехать нарезать лапника. Надо укрыть деревцам молоденькие, чтоб мыши их не погрызли, кору зимой под снегом. И вот ездим, ищем, где елки, а елок и не видать. Как надо, таких и нет. Одни сосны и березы. Дорога, конечно, сумасшедшая. Опять сосны. Вон елки. Вижу. Сейчас посмотрим, есть там лапник. Можно нарезать, нет. Да есть. Сосны, вот елки. О. Сейчас здесь остановимся. Ну давай посмотрим. Ну тут, тут внизу даже и нету, в общем-то. Да их и везде нет внизу. Да, ну давай посмотрим. А вот молодые елки. Вот елки молодые, можно внизу нарезать. Так, выметаемся. Выметаемся. Ой, какие елочки, малышки. Вот какие. Да, давай мне перчатки. Ветер, блин. Ветер в харю, я фигарю. Да? Пошли, ты первый. А что ты думал? Ну-ка, ну-ка, посмотрим. А ты мне секатор не взял? Взял. Боже, как же в лесу здорово. Да, взяла для иголок пакет. Иголок надо набрать. Как же здорово в лесу, блин. В любое время года. А? Полазим немножко. Ой, сколько здесь елочек, малышек. Угу. Здесь и ветер не дует, хорошо. А тут все лапки высоко. Внизу ничего нету. Вроде кажется есть, ну, а как тут темно. Ну, Лёшик порежет, а я поснимаю. Да, Лёшик? Ой, какие же люди, а? Ля, гора бутылок. Ну, да. Что за люди такие? Вот такие, да. Ну, чтоб же ж вам ваши ручки отсохли, да, а? Да. Гляньте, что. Ну, ну, куда это годится? Люди, что ж вы творите, а? Это же лес. Ну как можно? Ой. Неужели трудно? Блин, стоят же везде. У нас даже в деревнях стоят баки мусорные для мусора. Нет, надо привезти, в лес выбросить. Моему возмущению нет предела. Все, я не могу, я расстроилась. Лёшик чикает. Ну да, маленькие елочки жалко резать, молоденькие. А старым не повредит.
Да, Лёшек? Да. Чик-чик. Ну как же здорово. Эх. Конечно, здорово. Стоять и снимать, да? А тебе резать. Мы уже укрыли. Эти розы поукрывали лапником. Уже ездили. Резали. Но там мы уже все обрезали. Уже нету. Грибы. Грибы. Вот какой. О, это что, опята или что это? Не, это какие-то поганки. А это что? Это кто-то ел. Вот, это белый, что ли? Нет. А вот. Да ну. Кто-то выгрыз его. Не знаю, но он такой плотный, такой твердый. И кто-то его погрыз, вон. Мыши. Мышки поработали. Блин, Лёшик работает, а я... О, еще одно безобразие. Эх, люди, люди, вы меня разочаровали. Ладно, ребята. Не буду вас утомлять. Кусочек леса показала вам. Показала вам, как Лёшик работает. Будем резать мы лапник. Помогу ему. Вот мы набрали лапника. Сейчас укроем деревца наши маленькие. Лёшик пошел проверить щучку. Ветер. Ветер, ветер. Ветер дует. Блин. Роза у меня еще вот не укрытая. Я про нее забыла. Так, а мы сейчас укроем вот такие я посадила можжевельники. И вот мне сказали, их надо укрыть иголками. Вот так вот хорошо. Они любят, когда вот под этим они то ли раскисляют почву, то ли что. И они будут хорошо расти. Мы набрали иголок. Вот. Вот так вот. И корни прикроем в зиму. И вот еще один маленький. У меня можжевельничек. Тоже его укроем сейчас. Вот чё ты мордой своей лезешь сюда, а? Охламон. Тимофей, помогать пришел. Да? А? Вот так вот. Вот. Здорово будет это ломать. Лезь, лезь. Дурачок. А ты что, не это, не будешь укрывать? Сейчас буду. Ох, уже это покурю и буду. Да. Вот, Лёшик сейчас укроет. Ветер фигачит. О, вот так вот. Да. Потому что под снегом зимой мышки бегают. И могут, да. Тут им с елками некомфортно будет бегать в елках. Они могут обгрызть кору на дереве, и дерево пропадет. Засохнет. Вот так.
Поэтому надо вот так вот укрыть. Мы им сюда накидали, вон яблок нам сказали, надо накидать туда под дерево. Не знаем, правильно это, неправильно, но накидали. Травы, яблок. Будет удобрение. Вот видите, все, я уже укрыла все розы. Вот так вот. И он следом. И он следом лазит, ходит. Это моя гортензия. Вот, тоже ее надо прикрыть. Нет, там одну я положила. И вот еще роза, Лешек. Вот она, да. Надо ее вот так обрезать. Ну вот, все, ребята, все укрыли. Надо будет потом вот мне еще гортензию укрыть мешком. И виноградик. Виноградик еще надо будет вот укрыть в зиму. Он укрывной. Вот этот вот у меня виноградик. Молодец, он уже виноградик давал нам в этом году. Позапрошлым посадили, и вот видите... На следующий год уже виноград. Во, на следующий. Через год уже виноград. А на следующий год будет еще больше. В общем, вот порядок. В танковых войсках. Черти. Черти. О, морды какие. Толстые. Понажрались макарон с мясом, да? Да, Тимофей. Это Тимка. А то Димка. О, толстопуз. А этот красавчик. Он какой. Добытчик. Вчера поймал две сороки. Ну, вот как умудрился. Две сороки погибли. Я сначала сняла, как он жрал их. Но потом, думаю, не буду выкладывать, потому что это как-то неприятно. Птички пострадали ни за что. Зато этот барбос сытый. Вон еще, видите, там у меня пакеты болтаются. Это арк от коршуна. Коршун кур таскает. Вот протянули веревку, повесили пакеты. Может, будут отпугивать немножко. Ну вот, в принципе. И все. Дима. Дима. Димыч, красавчик наш. Эй, Димка. Котя. Ой, какой.